Привет всем. У нас вот так вот распустилась яблонька. Так вот она цветет. Сегодня у нас очень тепло. 28 градусов. Пчелы жужжат везде. Вот. Летают по цветам, собирают нектар. Вот так вот они сегодня работают. Летят сплошным потоком. Носят мед, пергу. Вчера заставили полными 6 домиков. То есть 6 ульев уже вот полностью заставлены рамками. Вощину подставили, чтобы строили новые соты. Цветут на пасеке одуванчики. Сейчас уже все полянки вот в таких вот желтых цветах. Ирга почти уже вся процвела. И вчера мы посадили огород. Картошку все посадили. Такой вот огород. Разгребли навозные вот эти грядки. И вот высадили кабачки. Такие уже большие теплицы выросли кабачки. В стаканах они росли 500 миллилитровых. Вот эти вот в больших стаканах. Пол-литровых росли. Вот такие они уже большие. А вот этот в маленькой кассете. Там, наверное, всего 200 миллилитров они. Ну, вот такая разница. В общем, в больших стаканах растут такие крепкие большие кабачки. Смородина уже тоже процветает. Земляника зацветает. Еще не высаживали рассаду, надо будет тоже высаживать. Ну там высадили оставшиеся усы с прошлого года. В общем, грядки сделали. Надо будет морковку сеять и лук, соответственно. Здесь все в картошке. Там в конце огорода тоже скоро зацветут ранетки, будет красиво. Здесь тоже ранетка небольшая. В общем, вот такие вот дела. И вот так вот цветет. Вернее, зацветает. Еще только она вот первый день распускается. Вот эта большая ранетка. Ну, яблонька она, полукультурка. Небольшие такие яблочки. Вот выкапывали малину. А у нас она снова выросла. Уже молодая поросль. Одна, вторая, третья, пятая. В общем, много опять будет малины. Очень трудно от нее, в общем, потом избавиться. Корни в земле остаются, и она растет, как на дрожжах. Жуки везде летают, уже жужжат большущие. И вот такая вот пасека. Уже открыли верхние вот эти литки небольшие, вот эти дырки. Чтобы они тоже летали и вентиляция была лучше. И в теплице уже и срываем и редиску, и зелень, соответственно. Потом надо будет высаживать перец, когда вот землянику тут рассадим. Немножко жара, может, хоть немного стихнет. Огурцы тоже уже вот такие хорошенькие. И цветы вон все перерастать начинают. Ну, очень быстро, как только тепло приходит, сразу все растет очень быстро. Томаты, в принципе, тоже отошли уже нормально. И вот в эту грядку высадили 4 кабачка и 2 тыквы. Чесночок тоже вот такой вот зеленый подрастает. И вот такой вот уже висит огурчик. И вот так вот гудят пчелы.
Дельфиниума вот так вот тоже уже подросли. Прижились они, которые пересаживали. А вот которые не пересаживали, они вот такие вот уже большие. Вторая яблонька в этом году меньше будет цвести. Ну, хотя на макушке тоже хорошо, но как тут где пониже, она меньше в этом году цветет, наверное, будет отдыхать. И вот здесь вот тоже такие одуванчики в плитке вырастали, и сорняки вот эти, которые никак не вывести. С леса они пришли к нам, ну, может, и здесь росли. Ну, в лесу обычно таких много вот. И вишня в этом году совсем не цветет, плохо она перезимовала. И вот такое вот тепло у нас должно продлиться целую неделю. Конечно, это очень хорошо для пчел, потому что сейчас все зацветает тут в садах. И поэтому у них будет много нектара. В общем, собирать и собирать. С самого утра вот они вылетают. И до самого вечера собирают мед. И яблонька лойка тоже вот так вот зацвела. Цветов на ней может быть и не так уж и много. Но главное, чтобы хорошо она процвела, опылили ее пчелки, и зависть вот эта не опала. А яблоня чудная еще только-только начинают распускаться.